Привет всем, меня зовут Николай, я веду этот проект. Дорогие друзья, я извиняюсь, то, что нас давно не было в эфире. Работы много, времени мало. Наша компания большое внимание уделяет заказчикам, потому что нас любят заказчики. Все идут к нам и очень хотят строиться у нас. Мы строим очень хорошие и качественные дома. И для тех, кто нас не видел и не слышал, я немножко повторю, о чем идет речь в сегодняшней передаче. На данном объекте мы ведем строительство дома нашего заказчика. Общая площадь дома 550 квадратных метров. В общую площадь проекта входит гараж на две машины, жилой дом, беседка и баня. Мы начали строить 20 июня. А сейчас у нас, посмотрите вокруг, на дворе 20 сентября. И давайте посмотрим, что мы за это время сделали. Строительство дома мы начали с возведения фундамента. Фундамент представляет из себя монолитно-армированную плиту. Вот посмотрите внимательно, плита у нас утеплена экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм. Все красиво, аккуратненько. Заподлицо с брусовой частью. Заодно залили отмостку. Отмостка у нас тоже утеплена. От утепления отмостки 50 мм. А теперь давайте посмотрим, как хорошо сел брус. Посмотрите, пожалуйста, на торцы, как хорошо они сели. Посмотрим на другие торцы с другой стороны. Они тоже сидят идеально. Посмотрите рядом на эту стенку. Зазоров нет. Я подумал, про крышу я вам ничего не буду рассказывать. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите сами. Наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в следующих сериях. Всем пока.